Всем привет, я Ольга. В этом мастер-классе мы свяжем такую подушку. Подушка вяжется из двух частей. Лицевая вяжется из мотивов, которые соединяются в процессе вязания. И изнаночная, так называемый бабушкин квадрат, вяжется одним полотном. Затем мы с вами свяжем пуговки. Пуговки можно использовать готовые или вшить молнию. Этот чехол на подушку можно связать из любой пряжи, на любой размер подушки. Я планирую связать еще такой же из хлопка. Как отрегулировать размер на вашу подушку, если вы вяжете из другой пряжи или ваша плотность отличается, покажу дальше в видео. Вязать буду из пряжи Семеновская Ольга. У нее 392 метра на 100 грамм. 50% шерсть, 50% акрил. Производитель рекомендует крючок 2,5-3, но я вязала крючком 3,5. Так, номер цвета. Цвет суровый, номер 25. Расход на подушку 140 грамм. То есть из трех моточков вы сможете связать две таких подушки. Приступаем к вязанию мотивов. Ниточку я вытягиваю из середины мотка. Тогда ниточка легко тянется, моток не болтается и очень удобно вязать. Делаем скользящую петлю, обвиваем наш пальчик ниточкой коротким кончиком к себе, длинный идет к мотку. Вот так вот крест-накрест. Вводим крючок под ниточку, захватываем нитку, которая идет от мотка, проворачиваем и провязываем в эту петлю, которую мы провернули, первую петельку. Снимаем колечко с пальчика. У нас выходит такая скользящая петля, которая вот так затягивается, вытягивается. Теперь вяжем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом под это колечко. Воздушная петля. Опять столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля. Всего нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом и между ними одна воздушная петля. У нас уже есть 1, 2, 3, 4 столбика. Первые воздушные петли, столбик подъема тоже мы считаем как за столбик. И еще нам нужно провязать 8 столбиков с одним накидом и между ними одна воздушная петля. Вяжем так до конца ряда. Так, провязали 12 столбиков, пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Последняя воздушная петля. Теперь затягиваем нашу скользящую петлю, потянув вот так за кончик. Затянули. Теперь вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю столбика подъема. Вводим в нее крючок, захватываем ниточку, вытягиваем и протягиваем сквозь петлю на крючке. Теперь перейдем к вязанию второго ряда. Во втором ряду у нас будут вот такие шишечки, или их еще называют попкорн. Вязать мы их будем под воздушную петлю, которая между столбиками. Вводим крючок под воздушную петлю, захватываем ниточку, протягиваем сквозь петлю на крючке. Теперь вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. 4 столбика с одним накидом сюда же под эту петлю. 1, 2, 3 и 4. Если считать наш первый столбик подъема как за столбик с одним накидом, у нас всего получается 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь немножечко вытягиваем эту петлю, бросаем ее, вводим крючок в вершину нашего первого столбика, захватываем эту петельку и протягиваем сквозь эту петлю.
мы связали первую шишечку. Теперь вяжем одну воздушную и переходим к следующей арочке. Под нее вяжем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5. Опять вытягиваем немножко петельку, бросаем ее, вводим крючок в вершину первого столбика, захватываем эту петельку, протягиваем сквозь первый столбик. У нас получилась вторая шишечка. Опять воздушная петля. И переходим к вязанию третьей шишечки. Вяжем шишечки под каждую воздушную петлю между столбиками. Всего должно получиться у нас 12 шишечек. Вяжем самостоятельно, встретимся в конце ряда. Довязываем второй ряд, провязали 12 шишечек. После 12 шишечки вяжем воздушную петлю, так же как мы вязали между всеми шишечками. И теперь нам нужно этот ряд соединить в кольцо. Смотрите, вверху нашей первой шишечки есть такая вот петля, которой мы соединяли столбики в шишечку. Вводим крючок под нее, захватываем ниточку и протягиваем сквозь петлю на крючке. Мы соединили наш ряд в колечко. Теперь под воздушную петлю, которая между шишечками, также захватываем ниточку и протягиваем ее сквозь петлю на крючке. Мы связали еще один соединительный столбик. И теперь переходим к вязанию третьего ряда. Вяжем 3 воздушные. Это наш столбик подъема. И сюда же вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. У нас получилось всего 3 столбика с одним накидом. Теперь воздушная петля. В следующую петлю между шишечками также вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. И переходим к следующей петле между шишечками. Тоже 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Воздушная петля. И вяжем так до конца ряда. 3 столбика с одним накидом между шишечками. В следующую петлю между шишечками 3 столбика с одним накидом. И между столбиками 1 воздушная. Заканчиваем вязать третий ряд. Провязали 3 столбика с одним накидом между шишечками. Теперь вяжем воздушную петлю, так же как мы везде вязали между столбиками воздушную петлю. Соединяем ряд в кольцо. Вяжем в третью воздушную петлю нашего столбика подъема соединительный столбик. Вводим в нее крючок, вытягиваем петельку и протягиваем сквозь петлю на крючке. Теперь вяжем соединительные столбики и в следующие столбики с одним накидом. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, протягиваем сквозь петлю на крючке. Вводим крючок, вытягиваем и протягиваем сквозь петлю на крючке. Также под эту арочку из одной воздушной провязываем такой же соединительный столбик. Вытягиваем и протягиваем сквозь петлю на крючке. У нас с вами получилось колечко. И из этого колечка мы сейчас должны сделать квадратик. Квадратик у нас будет формироваться за счет столбиков с одним накидом и столбиков с двумя накидами по углам. Потом опять столбики с одним накидом и столбики с двумя накидами по углам. Вяжем сначала 3 воздушные петли наш столбик подъема. Теперь сюда же под эту петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Так вот, мы провязали вот этот элемент. Теперь будем вязать уголок. Вяжем одну воздушную.
И под следующую арочку вяжем 3 столбика с двумя накидами. 2 накида. Первый столбик провязываем. 2 накида. Второй столбик. 2 накида. Третий столбик. Теперь вяжем воздушную петлю. И еще 3 столбика с двумя накидами сюда же под эту арочку. 2 накида. Столбик. 2 накида. Второй столбик. 2 накида. Третий столбик. Так, мы с вами сформировали первый уголок. Теперь воздушная петля. И переходим к следующей арочке. Под нее будем вязать столбики с одним накидом. 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Воздушная петля. Еще раз повторяем. 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, и опять вяжем уголок столбиками с двумя накидами. 2 накида, первый столбик, второй столбик, третий столбик. Воздушная петля и опять 3 столбика с двумя накидами под эту же арочку. Первый, второй и третий. Так, у нас второй уголок уже есть. Воздушная петля. Под следующую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Воздушная петля. Под следующую опять столбики с одним накидом. 1, 2, 3. Смотрите, как у нас выходит. У нас уголок из столбиков с двумя накидами. Потом 2 раза столбики с одним накидом, потом опять уголок столбики с двумя накидами. Вот мы сейчас провязали 2 раза столбики с одним накидом, и теперь будем вязать опять уголок столбики с двумя накидами. 3 столбика под арочку. Первый. Второй, третий, воздушная петля и сюда же еще 3 столбика с двумя накидами. Первый столбик, второй и третий. Воздушная петля. Так, у нас с вами уже есть 1, 2, 3 уголка. Под следующую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. Под следующую опять 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И теперь у нас снова идет уголок. Столбики с двумя накидами. 3 столбика с двумя накидами. Так, воздушная, и опять 3 столбика с двумя накидами. 1, 2
3. Так, воздушная. И последний раз 3 столбика с одним накидом. И мы заканчиваем вязание первого мотива. Три столбика, воздушная, теперь соединительный столбик в вершину первого столбика подъема. Так, можно срезать ниточку. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот квадратик. Сразу на нем заправим кончики. Заправляем этот кончик, вводим в следующую петельку, чтобы все было красиво, аккуратно, и сзади его зашиваем под столбики. Теперь еще заправим этот кончик. И все, мотивчик у нас готов. Сейчас мы с вами самостоятельно вяжем точно такой же мотив до последнего ряда. В последнем ряду мы будем соединять мотивы вместе. Вяжем первый, второй, третий ряд и четвертый ряд будем вязать вместе. Не забываем, не начинаем его вязать. Мы с вами провязали 3 ряда следующего мотива, соединили третий ряд в кольцо, и сейчас будем вязать четвертый ряд и одновременно соединять этот мотив с первым мотивом. Начинаем вязать четвертый ряд так же, как мы и в этом мотиве начинали. Вяжем 3 воздушные, сюда же под эту арочку 2 столбика с одним накидом. Теперь вяжем одну воздушную и переходим к вязанию уголка. Как помним, вяжем столбиками с двумя накидами. 3 столбика с двумя накидами. Первый. Второй. И третий. Так, теперь смотрите. В первом мотиве мы между столбиками с двумя накидами провязывали воздушную петлю. Здесь тоже между столбиками мы провязывали воздушную петлю. Вот за эти воздушные петли мы и будем соединять наши мотивы. Делаем первое соединение. Вводим крючок в воздушную петлю. Захватываем нашу рабочую нить. Вытягиваем ее и протягиваем сквозь петлю на крючке. Мы провязали соединительный столбик. И дальше продолжаем вязать уголок столбиками с двумя накидами. Первый столбик. Второй. Третий. Теперь у нас снова соединение в следующую воздушную петлю между столбиками. Вяжем соединительный столбик. И продолжаем вязать мотив. Здесь у нас должны идти столбики с одним накидом. Вяжем 3 столбика с одним накидом. И опять соединение. Следующую воздушную петлю. Вводим крючок, захватываем ниточку, протягиваем сквозь петлю на крючке и переходим к следующим столбикам. 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй, третий, и снова соединение. Так, у нас уголок, 2 раза столбики с одним накидом, значит теперь у нас опять уголок, столбики с двумя накидами. Вяжем 3 столбика
с двумя накидами. Первый, второй, третий. Присоединяем к первому мотиву. И опять вяжем 3 столбика с двумя накидами. Первый, второй и третий. Так. Дальше этот мотивчик продолжаем вязать также. Получается, у нас с вами идут соединения в каждой воздушной петле. Когда нам нужно будет соединить мотив в уголке, мы вяжем четвертый ряд также до первого угла мотива и начинаем соединять отсюда одну сторону и затем вторую сторону. То есть мы вяжем соединительный столбик туда, куда мы уже соединяли предыдущие мотивы. Дальше продолжаем вязать мотив. Сейчас у меня столбики с двумя накидами. Так, переходим к следующему соединению, соединяем соединительным столбиком и дальше вяжем. То есть, смотрите, если бы у нас не было бы здесь вот этих мотивов, мы бы соединили только одну сторону. А так как у нас уже есть один целый ряд, то мы соединяем одну сторону и затем вторую сторону. С этой стороны у нас будет идти точно так же. Когда этот довяжем, мы соединим одну сторону и затем вторую сторону. Я связала 16 мотивов, отпарила их, и теперь мы их измерим. Размер моей подушки, для которой будет этот чехол, 40 сантиметров. А размер этого квадрата сейчас 33 сантиметра. Еще один ряд мотивов не поместится. То есть будет чехол большего размера, чем мне нужно. Поэтому будем делать обвязку по краям до нужного размера. У вас на этом этапе может быть другое количество мотивов. Может быть, например, 5 на 5. Или 3 на 3. Главное, чтобы вы не выходили за рамки размеров вашей подушки. Потому что добавить размер мы сможем с вами. А если получится чехол большего размера, это будет не совсем красиво. Приступаем к обвязке наших мотивов. Доводим этот квадрат до нужного нам размера. Берем ниточку, короткий кончик к себе. Вводим крючок с обратной стороны. Обворачиваем и провязываем первую петельку. Теперь бросаем ее, вводим крючок в уголок, просто под воздушную петлю. Захватываем эту петлю и теперь двумя ниточками, кончик и нитка, которая идет к мотку, провяжем первую петлю, тем самым закрепив все это. Короткий кончик бросаем и теперь вяжем дальше одной ниточкой, которая к мотку идет. Вяжем 3 воздушные. Наш столбик подъема. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Первый, второй. Теперь воздушная петля. И переходим к следующей арочке из воздушной петли. Под нее вяжем тоже 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Переходим к следующей арочке. 3 столбика с одним накидом под нее. Первый, второй, третий. Воздушная петля.
Следующая арочка. Первый, второй, третий. Опять воздушная. Теперь вот в то место, где мы соединяли наши мотивы, тоже провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Вот так. И так вяжем до уголка, и уголок провяжем с вами вместе. Провязали до уголка 3 столбика, воздушная петля. Теперь вяжем 3 столбика с одним накидом в уголок. Первый, второй, третий. Воздушная петля. И еще 3 столбика с одним накидом сюда же, в этот уголок. Первый, второй, третий. Вот так вот получается. Как помните, на мотивах мы уголки провязывали столбиками с двумя накидами, для того чтобы у нас сформировался угол. А сейчас мы на углах вяжем столбики с одним накидом, с двумя нам уже не нужно вязать. Дальше вяжем таким же образом под каждую воздушную петлю 3 столбика с одним накидом, и между столбиками воздушная петля. Вяжем до конца ряда, конец ряда закончим вместе. Заканчиваем первый ряд обвязки, воздушная петля, и вяжем теперь 3 столбика с одним накидом в то место, где мы начинали ряд, в уголок. Формируем угол последний. Первый, второй, третий. Так, теперь нам нужно соединить этот ряд в кольцо. Вяжем в третью нашу воздушную петлю столбика подъема. Столбик без накида. Вытягиваем петлю и провязываем эти две петли как столбик без накида. Теперь под эту петельку провяжем тоже столбик без накида. Вытягиваем и провязываем две петли. 2 воздушные, и повторяем этот ряд точно так же. Вяжем 2 столбика с одним накидом в этот уголок, воздушная петля, и дальше под следующую арочку 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Вот так выглядит начало второго ряда. И таким образом вяжем нужное количество рядов до нужного размера ширины нашего будущего чехла. У меня сейчас 35 сантиметров, то есть мне еще нужно будет провязать ряда 3 или 4. Буду вязать, каждый ряд измерять, пока не довяжу до нужного мне размера в 40 сантиметров. Когда довязываем последний ряд обвязки, заканчиваем ряд вот так. Вяжем воздушную петлю и соединительный столбик в наш столбик подъема. Я связала 1, 2, 3 ряда обвязки. У меня получилось 40 сантиметров. Примеряю на подушку, все садится идеально. Лицевая сторона подушки у нас готова. Теперь нам нужно подсчитать, сколько у нас арочек из одной воздушной петли в последнем ряду. Считаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Эту цифру нужно или запомнить, или записать. У нас с вами они могут отличаться, потому что у вас здесь в обвязке может быть один ряд, может быть 5 рядов, может быть ваше количество мотивов попадет ровно в размер
подушки, и вам не нужно будет даже делать эту обвязку. В общем, я запоминаю, что у меня здесь 20 арочек, и приступаем к вязанию обратной стороны подушки. Еще такой момент, конец ниточки мы не обрываем, не отрезаем ее, оставляем вот так вот. Мы потом этой ниточкой будем соединять две половинки подушки вместе. Или на второй половине подушки не обрывайте кончик, если этот уже отрезали, чтобы нам не вводить заново нить и меньше было хвостиков. Приступаем к вязанию обратной стороны подушки, изнаночной стороны. Делаем скользящую петлю. Вытягиваем ниточку, проворачиваем, провязываем первую петельку, снимаем колечко с пальчика и немножко подтягиваем петельку. Вяжем 3 воздушные. Теперь в это колечко 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, воздушная петля, еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, снова 3 столбика с одним накидом, первый, второй, третий, воздушная петля, и четвертый раз повторяем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, второй, третий. Подтягиваем все это, затягиваем нашу скользящую петлю. У нас получилось 4 раза по 3 столбика с одним накидом, и между ними воздушная петля. Раз, два, три, четыре. Теперь соединяем этот ряд в колечко. Вяжем в наш столбик подъема в третью воздушную петлю столбик без накида. Захватываем ниточку, вытягиваем петлю и эти 2 петли на крючке провязываем за один раз. Теперь переходим на следующий ряд. Вводим крючок под этот столбик в серединку, вытягиваем ниточку рабочую. У нас получилось опять 2 петли на крючке и провязываем их за один прием, как столбик без накида. Теперь вяжем 2 воздушные и сюда же под эту арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, воздушная петля. Переходим к следующей арочке из воздушной петли. Под нее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, и сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Вот так получается, мы с вами формируем уголок. Переходим к следующей арочке. Воздушная петля, повторяем в следующую арочку те же самые действия. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Вяжем первый столбик с накидом, второй столбик, третий столбик, воздушная петля и повторяем еще 3 столбика. Первый столбик, второй, третий. Сформировали уже 2 уголка. Воздушная петля. Переходим к третьей арочке. Вяжем те же самые действия. 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля. И еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля и переходим к четвертому уголку.
туда же, куда мы провязывали первые 3 столбика, под эту арочку вяжем еще 3 столбика. Первый, второй, третий. Вот так у нас получается. И из колечка, из кружочка мы сделали квадратик. Соединяем этот ряд в кольцо, так же, как мы соединяли предыдущий ряд. В третью воздушную петлю вяжем столбик без накида. Теперь вяжем столбик без накида под этот столбик, серединку. Провязываем. 2 воздушные, это наш первый столбик. И сюда же вяжем 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. Теперь под воздушную 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная. Переходим к вязанию уголка. Уголки мы будем вязать все время одинаково. 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная. Сюда же 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная. Под следующую арочку 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная. Опять у нас уголок. 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Воздушная. Сюда же 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Воздушная. Так вяжем до конца ряда. В стеночку вяжем 3 столбика с одним накидом. В уголок вяжем 3 столбика. Воздушная, еще 3 столбика. Переходим к четвертому уголку. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Так, заканчиваем третий ряд. Соединяем так же, как и в первом и во втором ряду. Вяжем последнюю воздушную петлю столбика подъема, столбик без накида. Вытягиваем петельку, 2 вместе. И под эту петлю провязываем еще столбик без накида. Нам нужно связать такой квадрат до того момента, когда у нас будет вот здесь количество арочек такое же, как мы считали на лицевой стороне. То есть у меня там было 20 арочек, и я вяжу до размера, когда здесь у меня будет то же самое количество арочек. Сейчас у меня 1, 2, 3, 4, а нужно довязать до 20 арочек. Вяжем самостоятельно до нужного размера и встречаемся уже в последнем ряду, когда довяжем эту половину подушки. Я довязала обратную сторону подушки. У меня здесь 20 арочек всего и 19 рядов. Заканчиваем этот ряд. В конце ряда вяжем просто воздушную петлю и соединительный столбик в наш столбик подъема. Все, можно срезать ниточку. Если вы на первой половинке срезали нитку, то эту нитку оставляем, ею сейчас будем соединять две половинки. А если вы на первой половине не срезали нитку, то тогда здесь убираем. Поняли, да? Одну нитку мы оставляем, чтобы ею соединить. Все, можно убрать здесь эти кончики на этой половине. И приступим к соединению двух половинок вместе. Прячем кончики и приступаем. Приступаем к обвязыванию этих двух частей, соединение их уже в готовый чехол. Вязать будем столбиками без накида, провязывая в петлю квадрата, который спереди, и в петлю квадрата, который сзади. То есть мы будем вязать не как обычно,
только в одно полотно, а сразу в два. У нас петелька уже есть от ниточки, которую мы не отрезали. И вводим крючок в столбик с лицевой стороны, столбик, такой же столбик второй половины, захватываем ниточку, вытягиваем и провязываем эти две петли как столбик без накида. Проделываем то же самое со следующим столбиком. Вводим крючок, на второй половинке следующую петлю вводим крючок, вытягиваем, провязываем. Третий столбик, первая половинка вводим, вторая половинка, вытягиваем, провязываем. Теперь у нас воздушные петли. Под них просто под обе сразу вводим крючок, вытягиваем, провязываем. Опять столбики с накидом. Один столбик, второй столбик, провязываем. Дальше столбики тоже провязываем. Вяжем так, обвязав 3 края. Первый край, второй край и третий, сформировав такой вот мешочек. Соединила 3 стороны нашего будущего чехла вместе. Теперь нам нужно обвязать эти две стороны. Их мы будем обвязывать столбиками с накидом. Столбик подъема вяжем 3 воздушные петли. И каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. И вяжем так по кругу, соединив ряд в кольцо. Довязали до конца ряда и соединяем соединительным столбиком, как мы до этого делали. Срезаем ниточку. Нам осталось заправить кончик этот и связать пуговки. Для подушки мы свяжем вот такие пуговки. Или, если хотите, можно использовать готовые. Делаем первую петельку. Теперь вяжем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В самую первую петлю будем вязать столбики с 2 накидами. Первый столбик. Не довязываем его до конца. Оставляем на крючке последнюю петлю. Второй столбик. Тоже не довязываем до конца, оставляем на крючке последнюю петлю. Третий. Четвертый. И пятый. Если считать воздушные петли как за столбик, у нас всего должно быть 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Теперь провязываем их все за один раз. Сгибаем нашу пуговку напополам. И захватывая рабочую нить одновременно с кончиком, вот так вот протягиваем эти две ниточки сквозь петлю на крючке. Теперь можно срезать нитку. Вытягиваем до конца. Затягиваем здесь. Все, пуговка наша готова. Этими кончиками мы будем ее пришивать к подушке. Всего у меня будет 8 пуговок. И их нужно будет прикрепить на одинаковом расстоянии друг от друга. Сейчас покажу, как я это делаю. Одну вот я уже прикрепила. У нас 2 кончика есть. Я их протягиваю
вот таким образом. Видно, да? На обратную сторону. Здесь завязываю два раза узелок. И теперь заправлю эти кончики. То есть, по сути, пришивать нам ничего не нужно. Все, и заправляю кончики, как мы обычно заправляем. Вот так вот. Застегивать подушку буду сквозь петельки. Пуговки мягкие, хорошо проходят. И так дальше прикрепляю все пуговки. Вот и готова наша подушка. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной, и увидимся с вами в следующих видео.